10 ноября в Славянском районе отметили День сотрудника органов внутренних дел России. Это праздник тех, кто, несмотря на выходные, в любое время дня и ночи, независимо от погоды, выходит на службу, чтобы охранять законные интересы граждан, обеспечивать их безопасность. По традиции, в этот день в актовом зале отдела МВД России по Славянскому району состоялось торжественное мероприятие, посвященное 102-й годовщине образования отдела МВД. С профессиональным праздником коллег поздравил начальник отдела МВД России по Славянскому району Виктор Рассохин. В своем выступлении он отметил, что труд сотрудников полиции сопряжен с колоссальной ответственностью за безопасность, покой и благополучие жителей района. Сегодня общество предъявляет нам высокие требования. Для гражданина человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость. Именно от нас зависит порядок на улицах городов, спокойствие россиян, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы должны только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное – грамотной и профессиональной работой. Благодарю вас за все, что вы делаете для нашего города. Не могу не выразить благодарность и вашим семьям, вашим родным и близким, которые делят с вами трудности службы и являются крепким тылом сотрудника полиции. Желаю вам здоровья, счастья и новых успехов в вашем благородном деле. Поздравить стражи правопорядка пришли почетные гости. Глава Славянского района Роман Синеговский, председатель Славянского городского суда Владимир Трошко, исполняющий обязанности Славянского межрайонного прокурора Глеб Самсонов, представитель общественного совета при отделе МВД России по Славянскому району Маргарита Резник и другие. В адрес сотрудников полиции прозвучало множество поздравлений и теплых слов об их профессионализме, самоотверженности, оперативности и верности своему долгу. От всей души вас поздравляю. И хотел бы сказать, что и поблагодарить вас за совместную работу, поблагодарить вас за то, что вы, прежде всего, охраняете наш покой, охраняете порядок, общественную безопасность. Направление вашей работы очень многогранное. Я бы хотел вам пожелать, чтобы вот в такой нелегкой профессии, прежде всего, все были живы и здоровы. За высокий профессионализм, добросовестное отношение к служебным обязанностям и в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации личному составу были вручены очередные специальные звания, благодарности, ведомственные медали за отличие в службе первой, второй и третьей степени. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».